у нас наступает уже следующий этап. Вот смотрите, что я сейчас делаю. Поскольку у меня эта раскладка, вот этот шаблон, на котором я раскладываю, я его положила на мой коврик, раскроенный такой коврик, для того, чтобы видно было очертания. Ну, это из-за цвета я положила. Но если бы мне это не нужно было делать, то я начала бы раскладку прямо на столе, застеленном вот такой вот воздушно-пузырчатой пленкой. Причем вот этими пузырьками шершавыми, они у меня тут уже шершавые, я берегу ее, она мне именно шершавость ее, уже лопнутые пузырьки, она более способствует сваливанию. В общем, вот этой пленкой наверх пузырьками я застилаю это пространство. Чуть больше пространства, чем ваш шаблон, чтобы была свобода для ваших действий. Застилаю этой воздушно-пупырчатой пленкой для того, чтобы продолжить наш мокрый процесс, так как валяние мокрое, оно и называется мокрое валяние, потому что в этом процессе участвует вода. Возвращаю сюда мое изделие, но только я его снимаю с моего коврика. Я вам советую расположить все таким образом, чтобы вам и видно было, и пленка таки оказалась в самом начале работы. Я бы так и сделала, но мне понадобился коврик именно для съемочного процесса. Что мы делаем дальше? Вот тут я надеваю мои перчаточки, беру в руки бутылочку, набираю сюда тепленькую воду, беру мыло, дальше беру сеточку и еще один слой такой пупырчатой пленки. Небольшой кусочек, чтобы можно было покрыть вот эту площадь нашего будущего изделия. Вот я набрала сюда ну, такую воду, ну, может быть, это 50-60 градусов воды, но, в общем, она должна быть теплой. Неважно, какая здесь температура. И мне нужно вот это вот побрызгать, чтобы оно не разбежалось во все стороны, чтобы его притереть. Я накрываю его сеткой, так, чтобы ничего не порушить, не сдвинуть с места шерсть. Опять же, прихлопываю это все и просто беру и поливаю водой. Вот у меня тут дырочки, я беру вот так вот, поливаю водичкой, чтобы наша шерсть пропиталась. Вот таким образом прижимаю, пропитываю шерсть водичкой. Она, проникая сквозь шерсть, заполняет все пространство. Нужно, чтобы не было там воздуха, чтобы весь воздух заместился вот этой вот водой, которую мы сюда налили. Мы пропитываем аккуратно, не спеша. Мы видим, как островки воздуха становятся темными. Это значит, в них проникла водичка. Где у нас мы видим недостаток, вот видите, бугрится, да, значит, немножечко неравномерно. Мы добрызгиваем сюда водички аккуратно и продолжаем промокать. Таким образом, вся шерсть наша становится мокрой. Мы, не нарушая границы, но если там чуть-чуть вышло, то мы понимаем, что это те волоски, которые мы с вами уже заложили. Но видите, у нас тут есть вот эта ниточка, которую мы проложили. Она дает четкие очертания границ нашего будущего изделия. И мы на них ориентируемся. Видите, как нам это все в помощь, эта ниточка, контуры вычерчивает, да? Много воды здесь нет, а вот только вот столько, чтобы мы видели, что шерсть промокла. Теперь многие мастера берут мыльной пеной, это все заливают. Я беру просто кусочек мыла и аккуратненькими, едва такими прикосновениями, легкими прикосновениями
видите, намыливаю. Вы можете выбрать свои какие-то движения, которые вам помогут легко, не сдвигая с места шерсть, ее слегка намылить. Теперь мы берем и легкими вот такими же, вы видите, все здесь вот легкими движениями делается. И аккуратно создаем такую пенку. Видите, это может у вас получиться, когда вы будете между сеткой и рукой оставлять какое-то воздушное пространство. Понимаете, если вы будете сильно прижимать, это у вас не получится. Вам нужно оставлять пространство, скользящее движение должны у вас получиться. Вот просто как будто вы берете и, ну не знаю как, легким прикосновением руки вы вот так вот ведете, и у вас уже получается пенка такая мыльная. Видите, какой консистенции. А вот этого вам надо достичь. Вы немножечко потираете вот таким образом, чтобы теперь всю вот эту сетку у вас заполнила пенка. Такая пенка. Хорошенькая такая нежная пенка. Видите, все. И больше ничего в этом случае вам не нужно делать. Вот для чего нам нужна была сетка. Чтобы без повреждения, без того, чтобы сдвинуть разложенную шерсть на шаблоне, вы могли притереть ее, чтобы волоски шерсти при помощи воды и мыла между собой слепились. Вот сейчас они слепились. Нам теперь нужно эту сетку убрать. Что мы делаем? Мы берем за краешек сетки. И смотрите, что я делаю. Я вот таким вот движением, видите, я ее вниз наклоняю, и она отделяется. Видите? Волшебство какое-то. Это так здорово, это так легко, если знать, как все делаешь. Если у вас там сцепились какие-то волоски, вы просто их придерживаете рукой, а сеточку вниз наклоняя, ведя в противоположном направлении, не вверх, понимаете, а вот вниз именно. Вот так вот по горизонтали скользите и смотрите, что у нас получилось. Вы можете эту шерсть теперь уже такими же легкими, легчайшими движениями притереть уже без сетки, едва-едва касаясь, в перчаточках, чтобы это все скользило и не травмировало шерсть, и не деформировало нашу заготовку, наше изделие. Вот, сейчас наступает еще один интересный момент. Мы откладываем сетку. Она нам понадобится только в том случае, когда мы будем делать вот этот этап на всех деталях, заложенных в проект нашей сумочки. Смотрите, что мы делаем теперь. Мы берем, поправляем, во-первых, да, четкие очертания. Вот прямо вот эти вот волоски, видите, вот где эта ниточка у нас, граница, где у нас будет вход в сумки, мы ее находим, и мы как бы пальцами вырисовываем теперь четкие очертания контура. Вот прямо по шаблону. Вот где у нас ниточка, мы берем и все формируем. Вот формируем. Делаем красивую кромочку. Видите, какими движениями я все это делаю? Все это достаточно легко. Достаточно легко. Для этого созданы все условия. Мы же все хорошо продумали. Вот я дошла до этого момента. Все у нас тут здесь выходит за пределы, здесь не выходит за пределы. Теперь что я делаю? Я беру. Вот для чего нам нужен шаблон? Чтобы, во-первых, мы видели очертания нашего изделия, на нем раскладывали. И потом, чтобы нам было легче перевернуть эту шерсть разложенную для продолжения нашего процесса. Смотрите, что я делаю. Я таким довольно уверенным жестом поднимаю и переворачиваю шерсть. Переворачиваю и потом распрямляю. Вот я смотрю, все у меня тут идеально перевернулось. Никакого у меня тут
ничего не произошло того, что не должно было произойти. И сейчас следующий этап. Я беру подложку вот эту. Вот я ее отделяю так, чтобы шерсть у нас осталась внизу. Мы перчаточкой, ручкой вот так вот ее придерживаем. А эту подложку я заворачиваю. Заворачиваю так, чтобы она была, ну, чтобы она не снялась. Вы потом увидите, почему. Это все для того, чтобы облегчить наш процесс. Все это уже отобранные какие-то жесты для того, чтобы уже вы не изобретали что-то, вы можете взять, например, от меня какие-то премудрости, которые вам понадобятся. Пока что мы оставляем воду, мыло и возвращаемся к раскладке. Но только сейчас мы будем делать вот внутреннюю часть. Вот это будет наша внутренняя часть сумочки. Вот это вход в сумочку, вот это клапан, но все это будет как бы внутренней частью. Помните, мы с вами говорили о том, что ее мы хотим защитить от трения. Для этого мы заложим это вискозой, чтобы у нас в процессе эксплуатации не травмировалась шерсть и не скатывалась в катышки. Для этого мы это все застелим вискозой. Точно так же, как шерстью, только вискозой. С ней ощущения немножечко другие, материал немножечко другой. Но делать все то же самое. В моем случае это будет черная вискоза. Вы же можете выбрать любую другую вискозу, которую вы посчитаете нужной. Для этого я снимаю перчатки. Они у меня мокрые, поэтому я их вытираю. Вот у меня есть бумажные полотенца. Я вытираю, чтобы мне легче было потом с ними продолжать работать, проводить манипуляции. Да, вот они теперь у меня сухие. И я их аккуратненько снимаю. Вот я даю тут какую-то... Я почему вам все это показываю? Потому что с этим много мороки. Я уже наловчилась. Видите, я вот так снимаю до этих пор. И тогда у меня здесь появляется какая-то возможность легко это все снять, чтобы они не выворачивались. Да, я снимаю вот так, таким образом. Вот я... Это всегда такой не очень-то легкий процесс, поэтому тоже есть свои какие-то премудрости, чтобы перчатки всегда были сухие. Вот, я ее сняла. И я их откладываю в сторону. Так как в перчатках руки немножечко становятся влажноватыми, и это для вискозы будет очень плохо. Она будет прилипать к пальцам, будут возникать сложности в раскладке, поэтому я хорошенечко просушиваю руки. Очень хорошо это делать вот такими бумажными полотенцами, салфетками. Беру вискозу также. По такому же принципу, по которому я вам уже показывала, я отрываю. Тут надо усилие жестко так вот дернуть, да? Беру точно так же вискозу и раскладываю. Вот мне будет ее достаточно выстелить по горизонтали. Вы, если захотите, вы это сделаете плотнее. Мне нужно только для того, чтобы защитить шерсть от скатывания. Мне не нужен вот этот вот эффект там, который нужно бы, например, достигнуть на изделии там, на его лицевой части. А тут вот мне только для того, чтобы не было при эксплуатации никаких неприятных каких-то эстетических соображений, наверное, больше. Потому что катышки выглядят не очень приятно. В общем, я раскладываю эту вискозу. Если раскладывать все одинаково, то и полотно будет у нас везде одинакового качества. Если же мы положим вискозу в одном месте так, в другом месте по-другому, то и
полотно у нас получится неоднородным, оно будет таким тоже разнообразным, потому что вискоза и шерсть, каким образом они взаимодействуют. Шерсть садится, дает усадку, вискоза же не дает усадку. И поэтому, когда она сцепляется с шерстью, шерсть садится, а вискоза тянется за шерстью, и поэтому она сжимается в какие-то такие маленькие пружинки, можно сказать, да, маленькие такие какие-то завитушечки. И вот от этого и получается декоративность поверхности. Оно создает такую поверхность немножечко, ну, не ровную поверхность, а такую волнистую. И если у нас будет контрастного цвета вискоза, и мы ее будем раскладывать еще определенным образом, она дает очень красивый декоративный эффект. Ну, в общем, смотрите, я вот здесь вот, где клапан, должна постараться получше, потому что это видимая часть. Здесь нам будет достаточно вискозы столько, чтобы она просто перекрыла шерсть, чтобы она не скатывалась в катышке. Теперь смотрите, я здесь разложила и вот эту часть закрываю. Вы потом увидите, для чего. Вот я ее кладу на место и подворачиваю теперь с этой стороны до того момента, где у нас вискоза. Вот видите, уже вискоза здесь. Я опять просушиваю мою руку, чтобы у меня не было никакой возможности вискозы цепляться за мои пальцы. И не прикасаясь нашей поверхности, раскладываю вискозу. Вот смотрите, я положила кончик, а здесь отпускаю, не прикасаясь, чтобы мои руки были сухими. Я ее, смотрите, вот как делаю, положила и другими пальчиками, вот смотрите, да? Ну, это мое такое изобретение, а вы уже будете смотреть, как у вас это. Но если вы будете сами сейчас изобретать, имейте в виду, самое главное, не прикасаться к воде, потому что потом будет все это тянуться, все это будет потом выводить вас из себя, потому что вы здесь не для того, чтобы нервничать, а для того, чтобы создавать красоту. Поэтому если вы будете правильно соблюдать все условия, а для этого нужно знать, как ведут себя те или иные материалы, какие-то маленькие премудрости. И вот мы закончили это закладывать. Все, у нас последние тут штришочки. Мы аккуратно все это заложили. И теперь у нас следующий этап. Вот видите, я прикоснулась, рука стала мокрая, и за мной вискоза уже потянулась. Ну, я ее тут поправляю, ничего страшного. Что я делаю дальше? Я аккуратненько, вот видите, здесь тоже вискоза потянулась за пленочкой. Я вот так возвращаю на место и промокаю это все. Вот у меня, видите, тут подвинулось, получается, немножко, но это не страшно. Я также промокаю, чтобы вискоза также намочилась, промокла. Вот под пленочкой она там. Вы можете импровизировать, как вы себе там представляете, чтобы вискоза у вас тоже схватилась с шерстью, намочилась. Вот. И что мы делаем дальше? Дальше получается вот тот момент, о котором я хотела вам сказать. Когда у нас из двух всего лишь деталей, вот эта деталь и вот эта деталь, получится сумочка с двумя отделениями. Вот посмотрите внимательно, как я собираюсь это сделать. Вы видите, у нас подложка вот эта отделяет нашу
вот ту стеночку, да, это как бы стеночка нашей сумки. И дальше шаблон наш лежит. Здесь вот у нас заканчивается граница, где у нас должен быть клапан. А вот он, кстати, вот здесь, но тут немножечко ниже, но это ничего страшного. Это у меня подвинулся сам шаблон. Видите, я его подвигаю. Вот тут у меня ниточка. Вот тут у меня чуть выйдет за пределы, но это не страшно. Он будет чуть длиннее, капельку длиннее. Как-то так получилось, он двигался. Вот я его распрямляю хорошо. И теперь смотрите, что я дальше делаю. Для того, чтобы у нас получились разные отделения, нам нужно создать перегородочку такую, и получается еще один кармашек. Вот, каким образом это будет получаться у нас. Смотрите внимательно, что происходит. Для того, чтобы у меня получился следующий кармашек, я должна заложить вот до сих пор все точно так же, как у меня вот внутренняя часть уже заложена. Я должна это сделать тоже, чтобы была перегородочка точно такого же качества. То есть я должна положить у нас, вот видите, верхний слой внутренности кармана, это вискоза. Вот я и должна тут положить сначала вискозу, и вы можете уже разложить здесь вот эту внутреннюю перегородку на этом шаблоне. Потом, когда шаблон этот вынется, перегородка останется на месте. А потом, когда мы разложим все слои этой перегородки, это сэндвич, который состоит из вискозы, потом шерсть, и потом опять вискоза. И потом что мы делаем? Мы делаем то же самое, мы мочим это все, мы схватываем волокна шерсти, и потом на тот слой, который я вам только что вот рассказала, как будто мы уже его сделали, мы кладем еще одну вот эту перегородочку вот таким вот образом, и на ней мы делаем то же самое. И тогда получается у нас сумочка с двумя отделениями. А сейчас на практике. Следуйте за мной, у вас все получится, доверяйте мне. Я все равно вырулю, у меня есть опыт. Итак, выкладываем слой вискозы на вот этот вот шаблон. Слегка-слегка, заходя за все границы, кроме вот этой. Мы просто делаем здесь ровную линию, кромочку, чтобы это была прочная граница нашего кармана. Итак, приступаем. Разграничим вот эту линию сразу, чтобы мы четко видели, где у нас начало кармана, вход в карман. Вот, я ограничила эту линию. И теперь я свободно уже сухими ручками разложу тоже. Я там раскладывала по горизонтали вискозу. Здесь я тоже разложу по горизонтали. Тогда будет одинаково садиться все детали. И полотно получится равномерным. Наша вискоза выходит за пределы шаблона. Мы ее распределяем. Здесь с вискозой не так тщательно я всегда создаю, особенно на такие внутренние поверхности, как кармашек, где я, собственно говоря, где не очень-то видно, я могу просто так вот разложить, зная, что она у меня сохраняет полотно от скатывания. И больше мне от этой вискозы в данном случае ничего не нужно. У нее единственная функция защитить от скатывания поверхность, которая будет соприкасаться мой телефон. Мишель, qu'est-ce que tu as fait de bruit? S'il te plaît, ne fais pas de bruit. C'est ma gêne, Michel, je filme. Tu me comprends, ah, Michel? Faire du bruit, ça y est. Oui, mais il faut pas faire du bruit. Merci. Вот я продолжаю раскладывать, закладывать этот первый слой сэндвича нашего, да? Сэндвича, то есть перегородки, которая будет отделять два карманчика.
продолжаем. С вискозой работать мне немножечко сложнее, чем с шерстью. Она тянется, она как-то так вот еще электризуется. Шерсть более легко раскладывается, вискоза немножечко более хлопотнее процесс с вискозой. Но тем не менее, мы со всем справимся. И вот такая заливка вискозой делает изделие более, придает изделию более завершенный вид и делает его более прочным, более качественным. Ну вот, как я вам и говорила, здесь у меня задача чисто такая. Я не об эстетике здесь, это внутренняя поверхность, а о прочности здесь речь идет. Эту задачу я, видите, вот я как-то так равномерно, но не так густо, как это делается с шерстью. Я вот ее разложила. И теперь следующий слой я снова раскладываю. Столько же слоев шерсти, как мы разложили вот там на поверхности с той стороны, где мы уже с вами раскладывали. Теперь, значит, мы делаем то же самое. Помните, мы уже туда нитку проложили, которая ограничивает у нас вход. Можно вот вискозку, видите, она вылезла за пределы, а я ее на ниточке сразу положу, чтобы она уже выполняла свою роль такую схватывания с материалом, и тогда у меня уже получается, тут уже процесс пошел, здесь вот будет качественно у нас соединяться шерсть с вискозой, с вот этой ниточкой, и будет давать ровную качественную кромку. Теперь я закладываю это шерстью. Как вы помните, у нас там было 4 слоя. 2 вертикальных, 2 горизонтальных попеременно. Вот мы это все делаем. Я выкладываю по линии. Вот так вот по линии. Сейчас прикрывая вот эту ниточку, прикрывая вискозку, чтобы у нас нити перекрывали друг дружку. И создали вот такую вот линеечку, да, я прикрыла это все. И теперь, чтобы зафиксировать, я сразу же делаю вот такую вот вертикальную. Вот чисто для кромочки. Мне нужно, чтобы вот эти краюшки создавали вот эту перпендикуляр, этот перпендикуляр. И для этого я делаю вот эту первую линию, кромочку. Это очень важно для ровного края. Таким образом у нас создается ровный край. Потом еще технически, как это все при валянии будет выстраиваться, этот ровный край я вам покажу. Но вот, вот такая техника создания ровного края. Вы потом это оцените в валянии. Вы увидите, как он сам по себе становится ровным, этот край. Теперь мы делаем, раз мы уже начали горизонтально, горизонтальную раскладочку, да, слегка-слегка заходя за пределы нашего шаблона, я сразу прокладываю здесь вот эту боковинку, чтобы потом ничего не пропустить. Равномерно стараюсь, и точно так же с этой стороны. Вот, я это разложила, края. Теперь я раскладываю уже более уверенно. Не буду вам рассказывать. Вы уже знаете, что делать. Надо делать то же самое, что уже мы делали. Когда я вам все это подробно рассказывала. Если что-то у вас не получается, вы мне, пожалуйста, пишите в ваших комментариях, и я вам обязательно расскажу, как сделать так, чтобы получалось так, как нам нужно.
потому что опыт нарабатывается со временем, с количеством раскладок, с привычкой уже, уже ручки сами по себе знают, что делать, да, до автомата, когда доводится это действие, вы уже тогда не думаете, как это все взять, как положить, оно получается само по себе, тогда вы можете сосредоточиться на каких-то других вещах. Вы можете уже тогда в таком случае расслабиться, отвлекаться на какие-то другие размышления. И именно так, собственно говоря, и происходит ваше освобождение вот этих вот мышечных зажимов, когда вы начинаете переключать немножечко внимание на какие-то другие вещи. Например, вы думаете шаг дальше, как это все будет получаться, и тогда вот этот этап, он будет получаться сам по себе. Вот, я разложила горизонтально. Теперь помните, да, что нам надо кромочка. Вот я начинаю отсюда, я раскладываю. Мне не очень удобно. Если бы я была не перед камерой, я бы перешла с другой стороны. Все это проложила так, как мне удобно. А вы посмотрите, как вам удобно, с какой стороны стать. Конечно, когда работаешь, лучше иметь доступ со всех сторон к вашему шаблону, чтобы вам легко было, чтобы вы не напрягались, чтобы у вас не уставали мышцы. Главное организовать таким образом пространство, чтобы оно вам помогало, а не создавало проблемы. Вот, теперь я вертикальную раскладку делаю уже быстрее. Вот видите, как это происходит на самом деле быстро. Дело в том, что я вам просто рассказывала и показывала в замедленном таком темпе, чтобы все четко было понятно. А теперь вы видите, как я в реальном времени раскладываю. Я слежу за тем, чтобы это было равномерно. Если где-то что-то завернулось, я его могу легко поправить. Не надо бояться шерсти. Вот, заканчивается у меня уже этот слой. Здесь я совершенно слегка выхожу за шаблон. Совершенно немного, не так, как там. Меньше немного выхожу за шаблон. Так, я заложила. Опять я его прижала. И делаю еще раз то же самое. То есть повторяю горизонтальную и вертикальную раскладку. Вот, все, с шерстью закончено. И последний слой упаковывать это в вискозу. Я беру еще немножечко вискозы. Точно так же я делаю горизонтальную раскладку. Паутиночка едва заметная.
Что я делаю дальше? Я накладываю вот эту перегородку, о которой я вам говорила. Накладываю таким образом, чтобы вот здесь вот этот край был закрыт. Чтобы вот тот нижний кармашек не свалялся с вот этим, который будет здесь. Я промокну вот это вот. Смахну вот эту мокрую пену. Помните, я всегда протираю перчаточки перед тем, как их снять, да? Снимаю перчатки быстренько, да, вот так вот. И мне нужно сделать то же самое, что только что я делала с вот этой вот перегородкой. Начнем мы этот процесс с вискозы. Помните, да? Первый слой – это вискозы. И дальше будет еще один очень важный момент. Итак, берем в руки вискозу, делаем кромочку. Вот она летит, но ничего, я тут вот ее поправлю, да, там пусть будет уже. Это я стараюсь лишний раз не прикасаться к поверхности, потому что все-таки она влажная, и каждое прикосновение для меня будет проблема, у меня это будет прилипать, пальцы будут прилипать, поэтому я избегаю этих прикосновений с поверхностью, с мокрым, вот с мокрой шерстью, с какой-то влажной. Конечно, я там протерла, но все равно она влажная, эта поверхность. И на, не, в некоторых местах, да, я вот закрываю, заливаю опять. Опять мы же делаем все в горизонтальном положении с вискозой, да, мы делаем всего лишь один слой вискозы и раскладываем в горизонтальном положении. Вот я ее раскладываю. Слежу также, чтобы тут даже не важно, вот даже не важно получается, насколько она заходит за края или не заходит. Вы потом поймете почему. Вот я раскладываю этот тонкий слой. Даже если там где-то что-то перепуталось, это не страшно, это будет незаметно. В данном случае это внутри, и там не будет видно. Она будет защищать, это ее задача, с которой она справится. Даже если она будет там не совсем лежать корректно, как этого требует, например, лицевая часть, фасадная поверхность. Вот я залила это вискозой. Теперь беру опять шерсти кусочек. Вот так вот заливаю, получается, да? Помним, что у нас тут тоже должна быть ниточка. Сразу же мы ее... Так, еще хочу предупредить. Вот лучше откладывать куда-то шерсть, где нет никаких влажных, никаких капелек, ничего. Шерсть должна быть сухая. Шерсть, с которой вы работаете, должна быть сухая. Вот я смотрю, я сейчас делаю опять то же самое, отрезаю ниточку шерстяную для перегородки, смотрим, чтобы это не залезало под подложку, под нашу, да, и дальше продолжаем заливать это шерстью. Вот мы ее перекрываем. Вот, смотрите, что происходит дальше. Мы заложили это вискозой и слегка, слегка я вот здесь вот раскладываю в центральной части, заложу немножечко шерстью, ну, вот так вот, чтобы у нас получилась центральная часть немножечко как бы уже прикрытая, да, вот мы в горизонтали начали здесь от кромки, вот здесь и сделаем это. И теперь, смотрите, что происходит теперь. Я опять надеваю мои перчаточки. Смотрите, что мы делаем дальше. Мы разложили небольшое количество вот здесь вот шерсточки в центральной части. И потом вот эти вот края мы должны завернуть на вот эту поверхность. Это делается очень просто. Смотрите, вы берете, это как ткань, мокрая обычная ткань. Берете и заворачиваете вот так вот
от края шаблона, следя за тем, чтобы шаблон у нас остался незавернутым, да? Потом что мы делаем? Вот здесь распределяем, можно даже подрезать. Вот, можно разделить руками таким образом, чтобы вот эта шерсть равномерно легла, да? А можно просто взять вот так вот и завернуть со всех сторон. Здесь мы следим, например, вот у меня ниточка, она мне здесь будет не нужна. Я ее вывожу за край и обрезаю. И вот смотрю, чтобы вот именно до края, вот тут у меня... она не мешает, я ее заворачиваю, все заворачиваю так, чтобы край легко распределился, ни комочками никакими, ничего там не съежилось, а вот именно таким образом легло все, чтобы ровненько было, да, ровненько. Вот смотрите, раз, я его распрямляю, чтобы у меня не накладывались волоски на волоски, чтобы это не было, чтобы не создавало каких-то уплотнений при валянии. Вот, видите, я его разложила. Здесь надо аккуратненько, потому что вы работаете уже с мокрым полотном, а здесь сухое. И для неопытных еще валянщиков это может создавать какие-то такие проблемы, когда там шерсть цепляется и так далее. И вот что я сейчас буду делать, сейчас я заложу вот эту, вот эти ниточки, из которых мы будем делать ремешочек вот на этом этапе. Именно на этом этапе я его заложу. И потом мы его сваляем, этот ремешочек, да? Или даже так, сначала мы его сваляем, вот это мы оставим, и займемся ремешочком. Сейчас все вам покажу. Вот смотрите, что я делаю. Ниточка. В составе шерсти должно быть не менее 30%. Ниточка вязальная. Вот. Я отмеряю. Ну, пусть это будет в два раза больше, чем вам нужно. Ну, полтора там раза. Ну, возьмите в два раза больше, чем вам нужно по длине. И что мы делаем? Мы делаем, вот смотрите, у меня, я ее складываю пополам, но таким образом, чтобы один край был немножечко длиннее, потому что в моем случае, в модели сумочки, между собой будут две части ремешочка связываться, как бы веточки, и там дальше будут в конце, на краешках будут как бы бутончики наших цветочков. В общем, мы пока что будем работать вот с такими двумя ниточками. Вот мы их разрезаем пополам. Ну, как я вам сказала, уже один край длиннее, один короче. И я вам покажу принцип. Я вам покажу, как мы будем создавать из этих ниточек ремешочек. Прочный, чтобы он выдержал вот эту нашу сумочку, где будет находиться у нас телефон и еще некоторые не очень тяжелые вещи. Вот этой, вот этого шнурочка, вот такой у нас ниточки будет достаточно. Но вы можете сделать толще, если вы хотите. Вы даже можете с двух ниточек сделать. Но мне будет этого достаточно. И я вам показываю, что мы делаем дальше. Мы берем с вами... Во-первых, нам нужно вот такое пространство, на котором мы будем располагать вот эти вот нити и будем работать. Видите, я подвинула мой шаблон сейчас, да? Вот он легко передвигается, ничего страшного. Я его подвинула, я освободила для себя пространство. И мы следующим образом поступаем. Мы берем шерсть и выкладываем из нее такой же длины, как у нас. Вот это вот наша каждая веревочка, каждая ниточка такой же длины полоску. Вот вертикально разложенные шерстиночки. Я надеюсь, что вам видно. Вот мы делаем такую, создаем такую полоску.
на который мы потом положим вот эту ниточку. Вот. Раскладываем. Такой ремешочек будет. Мы просто в него положим вот в эту шерсть, поместим нашу нитку и заваляем ее. Сделаем из нее вот такую валеную прочную ручку. Ну, я вам там с запасом, я сделала с запасом. В принципе, мне сейчас нужно вот, чтобы свалять вот эту, почему я переключилась на сразу на ручку, потому что ручку надо сюда внедрить в тело нашей сумочки, чтобы это все было прочно, чтобы она потом не вырвалась, ее надо просто туда вложить и завалять. Вот поэтому я это делаю на данном этапе. Я вам сейчас покажу, как это делается, да? Вот смотрите, я разложила таким образом, да? Теперь что я делаю? Я помещаю сюда ниточку. Вот, я помещаю в начало. Вот с одного края. Как бы ее туда вкручиваю. Видите, что я делаю? Я ее вкручиваю. Внедряю туда, как бы заворачиваю. Я ее заворачиваю туда, в эту шерсть. Ну, когда она у меня завернулась, я ее, вот смотрите, продолжаю туда как бы вкручивать. Вот. Нам нужно это все как бы рулетиком вот так вот завернуть в рулетик, да? Вот эта пленочка не должна быть слишком мокрая, она должна быть слегка влажная. И смотрите, что у нас потом получается. Мы ее вот так вот проворачиваем, и она сваливается. Вот, буквально слегка. После того, как мы уже ее внедрили вот в такой рулончик, да, чтобы не было там внутри. Наша задача убрать внутри воздух, чтобы воздуха там не осталось. Вот мы слегка приваляли. И теперь, ну, во-первых, нам нужно по всей длине это закончить, да, но мы можем это оставить на потом. Нам главное вот сюда. Мы можем продолжить потом эту ниточку. Не обязательно, чтобы она была такая монолитная. Мы всегда можем добавить это вот в любой момент. То же самое мы делаем со второй ниточкой, да. Вот оно сцепилось, и теперь нам его нужно покрыть вискозой, да, вот это вот все сделать. То же самое, что мы делали с шерстью, только теперь вот эту ниточку покрыть вискозой. Вот эти края не особо покрывайте вискозой, чтобы они внутрь сюда вошли и легко ввалялись, да. Вот так вот. Поэтому отмерьте себе, сколько там вы будете вкладывать. Ну вот, чтобы прочно, например, до середины сумочки. Я вам рекомендую это все вложить в тело сумочки, а остальное это пойдет на ручку. Значит, вот эту часть мы оставляем, краешки, и дальше выкладываем просто вот сверху на вот эту нашу веревочку, уже на ремешочек. И вот просто вот такие тоненькие, да, отмерили вот это расстояние, где нам не нужна вискоза.
вот просто покрываем это таким же слоем, немножко шире, чем сама веревочка. Вот я сразу две веревочки выложила. И вы делаете то же самое. Две веревочки, чтобы мы их сразу же вваляли в сумочку. Вот я покрыла вискозой. И теперь я делаю то же самое. Я пытаюсь вот эти веревочки, вот я могу даже так вот поднять и вот такими вот движениями ввалять веревочку в вискозу, да, внедрить ее, врулить. Вот, и здесь то же самое. Я делаю вот такие вот движения, смотрю, чтобы у нас шерсть вошла внутрь вискозы, запаковалась, да? Вот мы ее слегка просто обозначили. Она здесь, вот веревочки будут вот такие. Мы сейчас создали эти веревочки, да? Доваляем мы их потом, они уже практически готовы. Это делается очень быстро, очень просто, как вы видите, да? И теперь у нас уже готовые с вами ручки, предполагаемые ручки. Вы можете, кстати, сразу же рассмотреть, какую, на какую сторону положить. У нас есть одна короче, одна длиннее. Вы можете рассчитать, где бы вы хотели, чтобы у вас был короткий край, длинный, где должен быть край. Все это вы сами решаете. Вы представьте себе, что вот у нас сумочка, вот у нас одно отделение, там есть второе отделение, вот этот клапан, он будет вот так закрываться. Вы этого не делаете, потому что загибается здесь. И вот здесь вот будут ручки. Потом, когда клапан закроется, вы на плечо можете это надеть. И где у вас будут эти завязочки? Я, например, буду делать их с этой стороны, поэтому у меня более длинная ручка будет вот с левой стороны, более короткая с правой стороны. Если вы хотите сделать наоборот, вы можете это сделать наоборот. Вот она моя более длинная ручка, я проверяю, да, хотя тут никакой, в принципе, вы можете потом добавить, если вам захочется, или отрезать. Вот я ее вкладываю в тело нашей сумочки до вот этого момента, видите, до момента, где у нас сгибается клапан, где у нас вход в сумочку. Одну часть ручки и вторую часть нашей ручки, которые будут завязываться где-нибудь посередине или где вам захочется. Вот у меня, где мои ручки. Одна вот с левой стороны получается, вот одна с правой стороны, вот я их вложила, да? Вот у меня край, где вход в сумочку. И теперь я их откладываю сюда и продолжаю работать с нашей сумочкой. Мы уже все завернули. Теперь наша задача, чтобы вот все, что вот здесь вот шерсть, да, заложена, чтобы нам вот это пространство, которое еще не заложено, в котором есть уже один слой вискозы, немножечко шерсти, да, один слой горизонтальный, видите, вот здесь я вам говорила серединку выложить, а края не трогать. Теперь вы поняли почему, да? И теперь здесь нам надо заложить вертикально еще один слой, и потом еще один горизонтальный и один вертикальный, и привести в соотношение равномерное вот это вот все пространство, потому что здесь у нас определенная толщина, а вот здесь ее еще нет. То есть вы должны проконтролировать, чтобы вам создать
одинаковые по толщине и по качеству полотно. Вот сейчас мы этим и займемся. Я снимаю свои перчатки, мне раскладывать легче без них. Вы можете остаться в них, как вам удобно. И снова я беру в руки шерсть. Руки у меня сухие. Я напоминаю, мы вот это место, где у нас не завернутая с той стороны шерсть, мы его докладываем вертикальным слоем еще. Заполняем вертикальным слоем. Вот, потому что нам нужно добиться однородного заполнения шерстью всего нашего вот этого полотна. Слегка мы заходим за края вот этого нашего завернутого, слегка, чтобы это все сцепилось между собой. Вот, но мы помним, что там у нас есть шерсть, уже все там слои. Вы как-то должны это почувствовать. Вы должны помнить, сколько вы положили туда шерсти уже. Вы должны предположить, почуять каким-то образом, сколько у вас там шерсти, чтобы вот здесь положить такое же, чтобы у вас было такое же количество здесь посередине, да? Здесь аккуратно прихлопывайте, чтобы у вас руки не прилипали, но в то же время вы потихонечку утрамбовывали. Дальше опять горизонтальный слой. И опять мы помним, что здесь у нас должен быть небольшой захлёст, чтобы сцепилась шерсть. Но здесь у нас, вы помните, уже есть какое-то количество шерсти, поэтому вы должны как-то почувствовать, не знаю. Ой, так, эмоции здесь должны быть очень осторожными, да, дыхание может вам повредить. Дыхание. Вот, смотрите, я закладываю, помня, не знаю, как оно у меня получается, по ощущению я чувствую, сколько там нужно шерсти. Вот, и я закладываю теперь еще один горизонтальный слой, и потом останется еще один вертикальный. Так, вот смотрите, вертикальный последний слой. Это последний шерстяной слой. И это у нас уже, имейте в виду, это лицевая, получается, часть нашей сумочки. Лицевая часть сумочки. Вот мы и думаем, каким образом будем ее оформлять. И теперь вот мы подбираемся к этому моменту, когда должны сделать выбор, какую именно сумочку мы сейчас с вами хотим, которую вы конкретно хотите, да? Я буду делать все варианты, чтобы вам показать. А вы себе выберите такой, который вы хотите сделать. Можете сделать тоже все три варианта. Я заложила шерстью. Все. Вот видите, у меня уже получается, практически вы уже поняли, что это за изделие будет, да? Давайте мы с вами обсудим, что у нас получается. Вот клапан, потом вот этот верхний слой, да, там под обложкой, под подложкой у нас есть вход в один кармашек и во второй кармашек. Вот получается у нас уже практически понятно, что будет происходить. Нам на этом этапе нужно решить, какая у нас будет застежка
какая у нас будет декорация. Тогда уже с этого момента мы будем совершать определенные действия. Дорогие мои друзья, я вас благодарю за то, что вы были со мной. Я вас с удовольствием буду ждать на следующем моем занятии по войлоку. И мы с вами прекрасно проведем время за творчеством, с пользой и с осознанием, что мы шаг за шагом открываем свой творческий потенциал. Это так прекрасно быть творцом. Творцом своей реальности. Это так прекрасно воплощать свои мечты в реальность. А валяние именно относится к тому виду творчества, виду рукоделия, который демонстрирует вот эту связь нашей фантазии и воплощения нашей фантазии, потому что происходит какая-то такая вот материализация прямо у нас на глазах. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно, чтобы я видела, что вас интересует мое творчество. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои видео. Всего вам доброго. До следующей встречи в студии Олиш Арт.